Всем привет, друзья мои! Понедельник, начало новой недели. Все стоит, дождя нет, а у нас сегодня базар, базарный день. Вот как идут подготовки, подготавливаются, раскладывают свой товар. Погода замечательная, настроение шикарное, ведь понедельник, начало недели. Мы планируем на эту неделю, какие дела мы должны сделать. Ну и каждый день, естественно, планы. Хотя я, знаете, как живу. Да, у меня есть планы, хорошо, что йога появилась в моей жизни. Знаю, что нужно встать. Потом как-то с каждым днем я все больше планирую и успеваю все сделать, то, что запланировала, но не всегда. Вот вчера мне не получилось книгу почитать никак. Вчера был очень тяжелый день. Такая вот была, несколько раз меня хотели вызвать на конфликтную ситуацию, разозлить, но я все проконтролировала с Божьей помощью, и все закончилось хорошо. Именно до 10 числа, девочки, нужно контролировать себя. Нужно себя контролировать до 10 числа по максимуму. Еще хотела что сказать. Извините еще раз за прямой эфир. Вчера был такой день, все было против меня. Даже эфир не получился у меня. Я так хотела с вами пообщаться. Спасибо всем тем, кто поддержал меня. И извините, что так все. Я вышла. Не знаю, что случилось. Что-то произошло странное. Как интересно. Надо так спрашивать. Как интересно. Вот смотрите. Сейчас они... Ой, что там? Бабулька сидит, свое продает. Вот. И так происходит погрузка товара. Видите, как интересно, я вам показываю всю подноготную. Всю подноготную. Сегодняшка мне купит фруктов. Как я хочу фруктов. Мы что купили фрукты, все это поели. Ну, в принципе, если честно, что я кушаю? С утра мне хочется забикру фруктов покушать. А также... Весь день. Я очень много воды пью. Ну и раз фруктику закусила и пошла дальше. Кушать вообще не хочется. Такое чувство, что у меня полный желудок. Посмотреть простыни там. Надо купить скоро простыней нам. В общем, ладно, пошла я, короче, до моря. Быстренько окунусь и потом с вами встречусь. Хочу заметить, что в такое время, 8 утра, посмотрите, какая вот жизнь кипит на улицах. Потом вы не увидите людей. А кто-то отправляется в школу. Поэтому столько людей. Мама отводит детей. Кто-то идет на работу. Тут же выходит очень рано. Потому что нужно долго времени в дороге проводят люди. Поэтому маски уже видишь, что не так, так строго. Даже я слышала то, что если вокруг тебя нет никого рядом, можно ее не носить, как я делаю это. Что? Вот такая шумная жизнь, бурная, бурная. С утра вот детки сказали, до июля месяца будут учиться. И, конечно, сколько они сидели дома, онлайн занимались. Я тоже считаю, что онлайн, ну, такой дисциплины нет, как когда ребенок дисциплины и
удовольствия ребенок не получает, нет общения с одноклассниками, не делится успехами. А живая учеба совсем по-другому действует, стимул какой-то есть. Ну, по-другому жизнь живая. И у меня тоже по-другому. Видите, вот там так красиво с той стороны идти. Более такая зеленая часть. Здесь более солнечная и сгорает все от жары. Все, друзья мои. Скоро тут водичка высохнет вообще. И уточки, видите, без водички как останутся. Надеюсь, что дождик пойдет, может. Хорошие уточки. Семейка. Не бойтесь, не бойтесь. Не бойтесь. Видите, сколько пластиковых пакетов, а? Что-то эту часть вообще никто не ухаживает за ней. Да, да, поговорите. Жизнь прекрасна. У вас другие проблемы, да? Ну, вы, по-моему, довольны все. Смотрите, им здесь кушать приносят, я смотрю. Бросают им еду, видите, но все это портится, конечно. Поэтому столько пакетов люди. От чего здесь пакеты? Их кормят и оставляют эти пакеты. Целлофан, целлофан. Вот в какое время суток много купающих. Вы видите, 8 утра, все пенсионеры на берегу. Сейчас я к ним присоединюсь. Обтираются, вытираются. Видите, как много их здесь, 27 градусов. То они уже, в 7 часов они уже приходят здесь. 7 утра все здесь. Шезлонги пока не поставили. Вот, все, пошла я купаться. Лестницу здесь не привели в порядок. Женщины купаются. Вот такой пляж у нас. Более-менее чистенький, хотя там тоже пакеты. Пошла купаться. Приехал трактор, опять здесь что-то будет делать. Сказали, чтобы собиралась я и в другую сторону отходила. Так что покоя не дают, покоя. Так хотелось позагорать, чуть-чуть полежать. Вроде бы все он здесь убрал и снова. Какая тишина вокруг. Никого нет. Сейчас я хочу сесть вот туда и почитать книжку. Ну,
нельзя. После такого чудесного моря мне так захотелось позавтракать. Я себе вот приготовила такой легкий завтрак. Одно яйцо, сыр и чашка кофе. Хлеб я вообще не хочу даже кушать. Настолько я привыкла. Ну, могу себе сделать наподобие бутерброда и завернуть это все в лист салата. Это у нас навалом. Так что приятного мне аппетита и вам. Привет. Май хорошо. Привет, привет, мои хорошие. Ашкем пришел с базара. Ашкем сейчас покажет, что он нам принес, что он к Свете купил, какие фрукты Света делегибибе клиорбу умеве. Не когда Рашки там бирбучок? Ай, кило, арти кило лади, танейле. Кач? 15 лир. Это 15 лир. Насал кило дельше. Знаете, что они говорят про, по килограммам и уже не продают 15 лир. Кач кило, он кило. А, вот так. Это 5 лир. Дыня. А я видела полторы. Ай, мевен гердум полтора бирбучук и килира сабахт. Уже утром видела, а сейчас уже парбуза. Их чекли за мачо. Какие они. Ач. Буда учешит. Ой, как я хочу сливу. Купил нектарин. Нектар, я когда говорю нектар, по-турецки говорю. Вы на меня не обращайте внимания. Нектарин купил он. Вот сейчас по-русски, по-моему, сказала. Персики, бу. 8 лир килосы. 10 лир вар, 12 лир вар. Отлично. 8 лир, да? А, по 12, что мы видели, по 8, да. Ой, ашки, элли салык. Güzel ama. 10 лир килограмм. Музу? Муз да 9 лир. 9 лир. Патлиджан? 3 лир. 3 лир килограмм. Лимон? 4. Ага, я 10 лир. 4. 5. Эвет, аферин. Сейчас помоем, будем кушать. Гитти, бу калды. Ашкин что говорит? Знаете, что он потратил на все? Массаж. Ашкин. Буна 20 лир вердим. Буна 20 лир вердим. Арбуз и дыня 20 лир. Буна 20 лир вердим. Ага, эвет. 10 лир буна вердим. Помидоры не взяли, потому что не купили. 10 лир дори вердим, ну затем то. Алладим, Ашкин. Будет Светлана сейчас покушает эту сливку. Будет все распаковывать опять. Так я загорела, да? Намазалась своим бальзамом после Евруше. Макияж сейчас пойду сделаю, чтобы красиво прыгать возле Ашкыма. Рисую свои шедевры. Такое удовольствие получаю. Вы себе не представляете. Расслабляется мое тело, я вместе с рисунком летаю, парю. И тут Ашки мне принес арбуз, такой вкусный арбуз, сладкий-сладкий. Такие у меня карандаши, вот такие у меня карандаши. Вот такие вот у меня. Столько ручек у меня. Рисуй не хочу. Так что я вам советую. Научитесь этой нейрографике. Вы получите удовольствие. Вот именно вот эти цвета раскрашивать, линии, все. Супер. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.